Ну что же, приключения в Pillars of Eternity у нас продолжаются. Сейчас поставлю как микрофон. Правильно, блин. А то, блин, что-то не то все у нас. Так, нормализовалось. Отлично. Так, загружаем последний сейв. Угу. Двадцать часов 37 минут загрузить. Так, значит, что у нас? Строили полностью замок. Можем немного проапгрейдиться. Угу, угу. Дальше. Так, что у нас тут? Подождите, назад. Я кое-что вспомнил. Атлетика 3. Так, скрытность. Знание 3. Вот. Дальше. Так. Наверное, калечащий удар. Как-то странно, что у нас первый уровень. Так, еще немного этого знания. Ну, опять восстановление ветерана. Пятый уровень. Так. О, интересно. Так, стена силы. Так. Ага. Так. Отлично, вот это мне нравится. Так уж у меня это есть, как бы, да? Не? Давайте мрачная хватка. Может быть, это улучшение? As you wish. Ooh.
last thing the deer would need is another foreign colony. Ну что же. Что же. У нас все построено. Мы идем вниз. И направляемся, пожалуй, куда-нибудь направимся. Кстати, да, странно немножко. Черный лук? Давайте в черный лук забежим, посмотрим, что там. Не, мы уже все это оббегали, но зайдем, да? А потом, если ничего не на квесты. Ну хорошо. Что-то да нашли. Кого-то да нашли, да? Не зря уже сходил. Уже парочку опыта получил. Так. Давайте посмотрим на дневник. У меня есть много разнообразных наград за голову Нарлет Мудрый. Где-то в Вальмшоре. В районе Эльмшора? Это где? Эльмшор. Эльмридж, Олд Сонг, Хард Сон, Погребальный остров, переправа. Так. Эльмшор. Эльмшор. Даже не знаю где. Можно, конечно. В деревню Сталвард сбегать. Но не думаю. Ладно. Давайте что-нибудь. Так. Награда за голову житель. На Черном лугу. Черный лук, черный лук. О, черный лук. Я на черном лугу? Черный лук, да. Тут где-то какой-то житель есть. Отлично.
Будем сейчас бегать, искать. О, тролли. Неожиданно. А вот и жизнь. Нежданчик подкрался незаметно, да? Так, значит, мы используем своих любимых друзей. Он тоже. Наши жители. Ура, мы нашли жителя. Глава жителя, да. Yes. Так. Отлично. Посмотрим следующее, что у нас. Так. Магриново распутье. Это сюда. Угу. Побежали. Бандиты унесли? Ах вы бандиты. Так, нанять. Нанять. Отлично. Нам в Магрово распутье получается идти. Потому что там у нас еще одна маленькие квестики, которые прибавят нам много. Так, где здесь небо называется? Something ahead. Так, давайте-ка нашу обычную тактику. Вызовем на него что-нибудь нехорошее. Я не понял, а что это такое было? Почему, когда я вызвал их, ладно. А тогда как насчет? Давай, вот так вот. Я хочу вот так вот. Давай, вот так вот сделаем. Отлично. Тя-тя-тя-тя-тя. О, отлично. А больно. Это больно.
Они достаточно сильные, я заметил. Сложные твари. Сложные. Так. А давайте-ка вот так сделаем. Отлично. Так, подземелье, да. Yes. Хорошо, хорошо. Well. Интересно. Я этого раньше не видел. Давайте разобраться самостоятельно. О, надо туда прийти. Ну ладно. Надо сначала отдать две головы, а потом займемся уже другими делами. Так, хотя подождите. Какие головы у нас есть? Это мы нашли. Вейлвуд. А, Вейлвуд. Мы пошли в Вейлвуд. Сходим. Давно мы там не были. Разбили здесь лагерь где-то. Ведь. Давненько, давненько. Где-то здесь разбили лаги.
такой простенький. Пойдем принесем. Где же эти разбойники находятся, которые дают? Last thing the Deerwood needs is another foreign colony. Дейлон, well met. Вождь и клак мертв. Угу. И жители. Ну хорошо. I must say. Да ты постоянно впечатлен. How do you do? Так, мне что нужно тут? Решительность, механика, атлетика, телосложение, ловкость, скрытность, интеллект, знание, восприятие, выживание, сила. Ну, давайте силу прибавим. Силу прибавили. И теперь... разобраться самостоятельно, да? Don't
кто-то повысился в левеле, я смотрю. Так, как всегда, опять начинаем нанимать людей. Ну, у нас есть с собой все шесть, как я понимаю. Все шесть. Пойдем в Одунуа. Об это тоже активный квест. Как бы там не было. Тем паче мы помним. Девятый этаж зачищали. Но потом пришлось нам все-таки загрузиться на восьмом, потом у нас не хватает возможностей. Лестница, лестница. А, лестница наверх, лестница вниз. Я помню, здесь иглы повсюду, поэтому как бы было сложно что-либо сделать. Плюс мы еще, когда здесь ходили, мы не стали заходить вот сюда. А зря. Light, flame, and sound. We'll keep ourselves. Where there's a pick, there's a way. I'll see it done. Where there's a, I'll see it done. Когда там у меня следующий уровень? Механика 11, 3 отмычки. О, сложность 12. Ну, нужно будет потом зайти сюда. Еще разок. Чего-то да упускаем, называется, да? Это железные девы. Так, тихо. Восстанавливаем. По-моему, только вот здесь вот есть что-то. И вон там вот, в дальнем. Хотя... Я? What is it? Да. Так и есть. Так. I'll see it. It's finished. Странно. Старый медный ключ. Yes.
в каком сейчас находится? As you wish. О, маленький бронзовый ключ. Мне что-то кажется, что туда можно. Ладно. Маленький бронзовый ключ, это, конечно, все хорошо. Пять. What is it? Ну, мне бы сходить сюда, наверное. Если сюда не пройду. О, как думал, да? Как и думал. Асек Верд! The Paru! We are... Unseeked! Угу. Дай-ка ты... Знаешь, что сделаешь? Что-то типа такого. Didn't work! А потом еще раз. А потом возьмешь и еще раз. Что-то типа такого. И отлично. Пять. As you wish. Keeping an eye out. There's something ahead. Кольцо. Хорошее. Свиток паралича. Тоже приятная штука. А я не помню, чтобы было такое. Чтобы здесь был проход. Если честно. Или он был. Или я не видел. Или это произошло после того, как... Да, интересно. Четыре отмычки. Асек Верден! Как всегда, мои любимые. I'll see what I can find. What is it? On the hunt. Тих. Ловушечка обнаружена. Well. Almost had it. Yes. Да-да-да. Успокойся, Арт. Да-да-да, молодец. Критическое попадание магии. What is it? A blade in the dark. Yes. Nice and quiet.
Вот наконец-таки мы последнюю часть меча нашли. Of course. Так. Наверное, еще не все, да? Так, F5. Пока что у нас есть еще немного выносливости. Пока не будем спать. А, Улусен! И нафига было еще раз призывать кого-то? On the hunt. Так, F5. Пока что живем. Живем. Чувствую, как будто они вообще не атакуют. Они что, перестали атаковать? Yes. What is it? On the hunt. That didn't work. Need to try something else. Ну все. До последнего, называется, держались. Теперь надо спать. Держался до последнего. Да. What is it? F5. I'll see what I can find. Можно было бы, конечно, туда не ходить. Но я скажу. F5. Помню, здесь есть существа такие, как жуки. Болотные слизняки. Так. Нужно сюда. Нужно вот так вот. Улусен!
Так, потом возьмем вот это. Мой. Так, так. Так. А вот так. Отлично. What is it? Nice and quiet. Двуручный меч отличного качества. Ради него мы как раз сражались, наверное. Так, ну отлично. Отлично. Прошли, значит, этот уровень. У нас еще 5 факелов. И хорошо. Все. Так, F5, я помню, сейчас будет тут засада. Так, давайте-ка что-нибудь кастанем такое. А, нет. Где-то тут было это. Может быть, мне тогда все-таки вызвать своего любимого друга. Скатли отвлекается. Это были